Я приветствую вас, возлюбленная и благословенная Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье, в нашей Церкви снова богослужение. Приглашаем всех. Давайте с вами помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за жертву Твоего Сына Иисуса Христа, которого Ты отдал за жизнь мира. Этот хлеб – это Твое тело, этот напиток – это Твоя кровь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты позаботился о нашем теле во имя Иисуса Христа и сказал нам: «Ядущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную. Кто не будет есть плоти Сына Человеческого, пить Его крови, тот не будет иметь в себе жизни». И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть Иисус Христос, путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Тебя. Иисус Христос, Сын Божий, Агнец Божий, превыше небес превознесенный, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту честь, за эту привилегию. Сегодня находиться на этом месте и славить Тебя, благодарить Тебя за все. И соединяться с Тобой снова, приближаться к Тебе и узнавать от Тебя все, что Ты хочешь нам показать, все, что Ты хочешь, чтобы мы узнали о Тебе и о Твоих делах во имя Иисуса Христа, чтобы мы преобразовывались в Твой образ Иисуса Христа, Сына Божьего. Мы благодарим Тебя, Господь. Развивай наши личные отношения с Тобой еще глубже, еще шире, еще выше и еще дальше. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты хранитель, Ты наше убежище, Ты наше сокровище, Ты радость нашего спасения, Ты наш смех, Ты наша жизнь. Ты наша любовь. Нет подобного Тебе. Мы поклоняемся Тебе, славим Тебя, благодарим Тебя, Господь. И Тебе, единому всему, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. И пусть все идолы исчезнут во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Иисус. Спасибо Тебе. Говори сегодня через мои уста во имя Иисуса Христа. Я не могу ничего делать без Тебя. Ты сам сказал об этом, и поэтому я благодарю Тебя, что Ты помогаешь мне вести это богослужение во имя Иисуса Христа. И все, кто смотрит наше богослужение, пусть наши сердца откроются духовные, пусть наши глаза духовные откроются во имя Иисуса Христа. И пусть наши уши духовные тоже откроются для того, чтобы слышать, видеть Тебя и принимать от Тебя то, что Ты хочешь нам сказать, то, чему Ты хочешь нас научить во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты поставил в церквях одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями и учителями. Мы благодарим Тебя за это пятигранное служение в церкви во имя Иисуса Христа. И благодарим Тебя, Господь, что Ты используешь Церковь Твою по всей вселенной. Аллилуйя, слава Тебе за всех братьев и сестер по всему миру, Господь. Пусть они познают Тебя, тоже развивают личные отношения с Тобою во имя Иисуса Христа. Пусть земля наполнится видением Господа, как воду наполняют моря, потому что это Твоя мечта. Пусть она сбудется. И мы хотим участвовать в этом. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Этот хлеб – это тело Твое. За нас, ломимое. Ешьте это все ученики Иисуса Христа.
Это кровь Твоя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Пейте это все ученики Иисуса Христа. Все творю в Твое воспоминание. Давайте сами споем. Так. Извиняюсь. Снимку. Только одну. Иисус, слава Тебе.
Иисусу. Слава Тебе, наш Господь. Вся слава только Тебе одному. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, наш Небесный Отец. Пусть прославляется Твое святое имя, наш Небесный Отец, через наше поклонение Тебе, через наше служение.